матери. Что бы вы хотели пожелать маме своей? Здоровье самое главное. Спасибо, что она у нас есть. Заботится о нас, о таких, о детях. У нее их много. И о внуках тоже. Спасибо, мамочка, тебе большое. Здоровья. И еще что? Чтобы все было хорошо, чтобы ее внуки радовали. И дети особенно. Что для вас значит ваша мама? Все, очень много. Самый главный человек в моей жизни. Счастье, здоровье, что в наше время довольно-таки такое необходимое условие. Благополучие семейного. Мамочка, я тебя поздравляю с Днем Матери. Самое главное, желаю тебе здоровья, крепкого-крепкого, чтобы ты жила, можно сказать, вечно. Счастья тебе, любви. Мы тебя очень-очень любим. Здоровье. Мама. Главное – это здоровье. Что для вас мама ваша значит? Мама – это все. Мама создала нашу жизнь. Своей маме пожелаю самое главное – крепкого здоровья, силы в нашей нелегкой жизни. Но терпения не желаю, как говорит Бог дает сам. А самое главное – крепкого здоровья. Что для вас ваша мама значит в жизни? Ну, святое, это святое. Это святое. Мама для меня все на самом деле. Ей очень благодарен, благодарен за то, что она так воспитала меня. Ну, я надеюсь, хорошо. Я все для нее стараюсь сделать, по возможности. Спасибо, что меня родила 45 лет. Желаю ей счастья, здоровья, любви, чтобы с нами до 100 лет жила. Я ее очень люблю. Я бы хотела пожелать своей маме здоровья в первую очередь, потому что это самое главное, и без здоровья совсем никуда. Хотела бы пожелать ей счастья. И чтобы она всегда была спокойна, чтобы у нее всегда все получалось. Ну, наверное, самое главное своей маме, она у меня очень необычный человек, творческий. Я хотела пожелать ей достижения всех ее целей, идти только вперед и не оборачиваться назад. Всего самого лучшего, и чтобы не болели, это самое главное. И любили своих деток. Здоровья, счастья, любви и тепла. Что для вас ваша мама значит? Она значит для меня очень многое. Я ее очень люблю. Вот, она мне жизнь подарила, все-таки это самое главное.